На Соборной площади Ульяновска прошел торжественный парад во знаменовании 76-й годовщины со дня окончания Великой Отечественной войны. Трибуны у стен областного правительства были заполнены ветеранами, жителями блокадного Ленинграда, детьми войны, тружениками тыла, которые собрались посмотреть, как колонны военнослужащих всех отраслей проходят парадным маршем. Перед прохождением войск Ульяновского гарнизона состоялось включение в прямую трансляцию парада с Красной площади в Москве. Поздравляю вас с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Всех участников парада в Ульяновске, а также гостей и ветеранов поприветствовал в Рио губернатор области Алексей Русских. Вечная память погибшим, низкий поклон ветеранам и великая слава всему поколению победителей. С праздником вас, дорогие товарищи! С днем Великой Победы! Слова из песни «Этот праздник сединой на висках» с каждым годом приобретает историческую ценность. Очевидцев тех страшных военных лет становится все меньше и меньше. Однако оптимизму и боевому духу ныне здравствующих участников войны остается только по-доброму завидовать. Настроение хорошее. По возвращении домой. И гости нашего города. Фронтовые 100 грамм. Ну и обед. Придут поздравлять дети, внуки, правнуки. В заключении праздничных торжеств для всех участников парада была показана хореографическая композиция «Россия молодая» с участием юного поколения нашего края. Антон Никонов, Даниил Сурков, Роман Романов, Улправда ТВ.